Так. Быстрее, быстрее, быстрее. Цифру в чат, цифру, число. Обычное. Быстро, блядь. Быстрее. Пять. Какое? Это пятерка? Не знает никто. Это моя тайна. Пять ног написал. Чудо вокруг. Миша, глянись. Ого. Ого. Фанат главный. Миша, глянись. Дружба, любовь, а у нас есть киндер с бражником. С Леди Баг у меня есть. Еще с какой-то девочкой. Зайчиком, котиком. Затащил. А вот Леона нету этого. Космических свалок я пообещал парижанам покончить с загрязнением окружающей среды. Поэтому я запускаю проект «Кислород». Прокомментируйте. Остановите проект «Кислород». Остановите проект «Кислород». Остановите проект «Кислород». Остановите проект «Кислород». Роджер, уберите протестующих. Господин мэр, это же дети. Это же протестующие, и это твоя работа. Да они там своих этих видосов насмотрелись, ёбаных, блять. Только школота и выходит, у них у всех айфоны. Вы чё, они думаете? Им заплатили. Это не важно. Полицейский Роджер явно ошибся. Нихуя, какого хуя училка подписана у полицейского Роджера и фотка даже высвечивается. Чё, еблись, признавайся. Это ваш проект медицины губит природу. Ерунда, посмотрите. На мой лимузин. Google. Воздух – это жизнь. И поэтому так, город объединился с крупнейшими инвесторами Парижа, чтобы превращать загрязненный воздух в чистый и свежий. И потом его будут продавать в уникальных флаконах с дизайном от Габриэля Агрес. Чего, блядь? Пуки Эндриана. Пуки Эндриана – это кислород для Леди Баг. Ай-яй-яй-яй-яй. Мали диктатор, меня зовут Мотылёк. Кто-кто? Кто-то сомневается в твоей власти? Зачем убеждать их, когда можно просто заставить их милый диктатор? Изменить мнение? Мали. Мэли. Что он еще сказал? Заставить их изменить мнение. Я бы... Может, скипнуть серию? Взамен я попрошу только талисман и Леди Баг и Суперкота. Великолепная политическая стратегия, Мотылёк. Блин, ну не для злодея Мотылёк, это, конечно, полная жопа на самом деле. Звучит вообще не устрашающе. Лучше уже бражником бы реально называли. Злодей Мотылёк? Да, это злодей. Да вся... даже не выглядит страшно. Ну так это не звучит страшно, звучит как-то... Слишком гладенький. Вот бражник получше звучит. Потому что какая-то бабочка, какой-то там бражник? Вид конкретный. Ну хотя бы... Ну, как бражка, типа, пиво. Ну алкоголь бражник. Хотя бы какой-то забродивший. Я не знаю, ну Мотылёк, ну типа... Ну так слабенько, да. Совсем... Хотя бы мотыль. А стоит. Почему не показали перевоплощение, блядь? Финансы. Что за нахуй? Так дешевле. Так, ну, что ты хотел? Скузи будет отрисовывать тебе. Блядь, а нахуй я эту серию смотрю? Я перевоплощение хотел. Я с гордостью доверяю тебе талисман мыши. Использую кого нахуй? Могла... Это как унижение звучит, блядь. Ты теперь крыса. Ты мышь, блядь. Пусти. Охуенный. Остановите проект кислород. Ничто не остановит проект кислород. Типа Наполеон и мышь. Они внутри человека дерутся. Да, это вокруг мозга, видимо. Да. А человек изжога сейчас. Зря в каком месте они дерутся. Желудки, походу. Нихуя она отрезала. Вообще у нее жестко, потому что у нее, видишь, вообще-то конек. Ага. Он, между прочим, очень херово так режет. Ну да. Ага. Ебать. Сказала, как отрезала, я бы сказал. А, ну, походу, даже отрезала. Да. Просто шнур отрезала. Нихуя, вот это она победила жестко. Ебать. Ну, ленточки нет, сил нет. Блять, это вы видели лицо? Да, я видела это лицо. Но они у него в ушах сидели. Конечно, у тебя такое было бы лицо, если они там дрались. Мозгу у тебя. Они, кстати, не подозревали то, что всем одноклассникам выдали способности, кроме Маринет. Сегодня, благодаря своим союзникам, ты вырвала победу, Леди Баг. Мотылёк? Но я уже готовлюсь к следующему бою. У нас тоже есть такой киндер. И на этот раз победителем стану я. Что там? Тюпен, член, секс, F. Секс, F. Это типа низкая оценка. Секс, F. Да. Сексу F. А, в этом смысле. Сексу нет. Прости. Прости. Поебитесь уже, сука. Они маленькие, подожди, нельзя. Чай заварим.
пришло время для другой силы. Она возвращает все в изначальную форму. Погоди, как думаешь, мы с тобой потом это вспомним? Похоже, мой талисман возвращает все на свои места, так что, наверное... Катаглис! С вашего разрешения, мадам. А типа, ну раз мы не вспомним... Разврат какой! У нас же секс-эф. Можно больше не смотреть. Все. Все. Так вот и детей совращают. Их сфоткали. Чудесная леди Баг! Я еще не вижу, кроме того, что... Я не вижу, да. Кроме того, что чат пишет слово «трахайтесь», я видела, и все. Дайте посмотреть на мультик. Мультик. Вот. Все. Леди Баг, суперкот. Ребята, они вы сфоткали. Не видели тут суперзлодея по имени Обливио? Да вы же его уже победили. Вообще-то это были мы. О, ладно. Получилось? Из нас и правда вышла хорошая пара. Иначе мы бы ни за что не смогли победить. Там, короче, тема, что... Ну, вроде как, я не смотрела Леди Баг. Она, эта девочка, учится в школе или что-то такое. А этот пацан тоже учится в этой школе. И он еще какой-то супер там модель. Вот его там лицо на бутылках с воздухом хотели же продавать. Такой очень популярный, тыры-пыры-растопыры. Но у них есть какие-то силы, и при этом, когда они в костюме, они друг друга, естественно, не узнают. То есть, типа, они учатся в одной школе, но при этом они вот не знают, что они учатся в одной школе, и вообще вот они вот тут, типа, просто коллеги, понимаешь? Это как обычно, это надеваешь очки, и все. Мне что-то так меняется, что пипец просто. Команда, а не пара! Даже не начинай! Я уже сказала, что влюблена в другого парня. Кроме того, именно из-за твоего глупого. Вот, а влюблена в другого парня вот как раз-таки в этого, в него же только без костюма, и она не знает, что это он. Нет, она значит, не может изменять. Говно. Нет, ну типа у нее уже есть краш. Как она может уметь два краша иметь? Менее, да. Ты покажи фотку. Покошачьего шарма, мы отвлеклись и попали в эту перепрыгу. Покажи, покажи. Смейся, сколько влезет. Эй, что ты делаешь? А? Все, показала фотку. Она... И что? Ему норм. Ну что, его плакать, что ли? Хорош, суперкот. Молодец. Лёг как. А, бля, вы не видите. Сейчас это... А, лицо закрыто вебкой. А, вот, понятно, да. Чисто выебал. Ну всё, мы... Чисто выебал. Наконец-то я его выебал, бля. Ну, блин, мне кажется, если бы мы с тобой этот мульт посмотрели, этот мульт, примерно так бы мы его и смотрели. Я бы, чтобы, блядь, выпустили как Наруто. Чтоб был Шипуден, когда они уже, ну, типа, повзрослели. И были дети у них. Чтоб был, так это же уже Боруто. В Шипудене у них там не было еще детей. А так Шипуден, так это... Так там херня, там разница года 3 или 4. Они просто подростки такие стали. Но они были подростками для 12, просто такие старшие подростки. Не, были детьми прям, а стали подростками. Ну, типа того, ладно, можем так градировать, да. А, нет, а уже Боруто там плохо все. Там уже они, у них уже весь этот период романтики прошел, там уже жопа. Там жесткая семейная жизнь, там не старые, там они тильтуют. Их даже не показывают. Там переработки, знаешь, это семейные разборки, бытовуха, там жесть вообще. Чтобы типикал лайф. Ну, если вы мне вот эту картинку в хорошем качестве скинете, то я готов. Но я хочу быть вместо суперкота. Тако, а можно показывать? А сколько лет были тебе? Фу, бля, что это за хуйня, нахуй? Что это за хуйня? Я думал, ты купил. Хуйня какая-то, нахуй, срак-то, блядь. Что это, блядь? Ну, нормально. Похоже на эту капкейк. Да. 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 Что-то он смотрит, там кайфует, не показывает. Да. Да. Небось, там нашел хенточ какой-нибудь. По Леди Баг. Ебанумбикс. Так, ладно, хорошо. Поехали. Я Маринет. Ой, у меня руку отрубило, блядь. Он же хотел превращение. Вот, пожалуйста. А, частичное. Фантон?
дверью. Нам необходимо преимущество. Ага, давай, давай, держи до ладошки. Помогай, помогай ей. Поняли? Ну, да. Манон Шамак, дочь нашей любимой ведущей Нади Шамак. Вам слово, мадам Менделеева. Хуй. Дочь Нади Шамак, вам... У. Ну, не е, он просто... Сейчас поможет пятерка, подожди. Все, спасибо. Все, прощайтесь. Шутник. У меня на СП5 точно должно быть вот это место, где бражник. Бля, хочу посчитать, сколько вот этих... Нихуя там вроде много. Да. И получается, каждая может прикрепиться к своей девочке, может, к мальчику, и дать способности, понял? Типа, все могут быть каким-то животным. Кто-то будет крысой, например. Ну, то есть, как кому повезет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И еще два в ней. Нихуя себе.